Со времени объявления перемирия на востоке Украины прошло уже больше месяца. Несмотря на то, что в зоне конфликта все еще слышны выстрелы, некоторые жители Донецкой и Луганской областей, укрывшись от войны в России, возвращаются на родину. Оксана Воротная приехала с семьей из Луганска. В Асбесте, по ее словам, их приняли очень тепло. Мы очень благодарны всем жителям Асбеста, администрации и просто рядовым гражданам, которые нас хорошо приняли и помогали. Но есть такое понятие «родина». И когда нужно возвращаться, когда нужно помочь сейчас, встать на ноги, разбирать эти завалы, да, хочется вернуться домой. Хочется вместе со всеми поднимать наше новое молодое государство и не усидеть просто уже на месте. Несмотря на объявленные перемирия, на Украине по-прежнему происходят перестрелки между армией и ополченцами, в которых гибнут люди, в том числе и мирные жители. По-прежнему остаются проблемы с водоснабжением, электричеством и продовольствием. В таких условиях трудно понять причину, по которой недавние беженцы-переселенцы вместе с детьми возвращаются домой. Буквально недавно мы отправили очередную партию беженцев, которые убыли домой. Убыли они на Луганщину. Они считают, что там уже обстановка у них нормализовалась, спокойно. Людям предлагают работу. Они очень боялись того, что там начинается национализация, вот это с их слов. Будет проведена национализация, и те здания, помещения, которые пригодны для жилья, а в них никто не живет, значит, они будут отданы тем, кто там остался. Поэтому многие очень обеспокоены тем, что могут потерять свое жилье. Многим переселенцам звонят их прежние работодатели и зовут обратно на работу, а кто-то начинает скучать по родственникам и друзьям, оставшимся на Украине. Сейчас пробивается связь, она неустойчивая, нестабильная, но мы связываемся с родными и через интернет, и через мобильную связь, и общаемся с ними. В самом Луганске уже тихо и спокойно, то есть уже начинают люди настраивать жизнь, проводят электричество, ремонтируют водопроводы. Страшно, мы едем с детьми, нам, конечно, страшно. Как? Мы не знаем, что нас там ждет, но мы надеемся, что все будет хорошо. Переселенцы оставляют адреса и номера телефонов, отзваниваются, чтобы сообщить, что добрались на место и теперь в безопасности. На данный момент мы еще не знаем, когда ехала семья Воротных до Луганска. О том, что ситуация на Украине остается сложной, свидетельствует и тот факт, что на Урал продолжают прибывать вынужденные переселенцы с юго-востока страны. Им по-прежнему нужна наша помощь. Татьяна Мельникова, Тимофей Хлебников, Новости АТВ.